О, все. Запись пошла наконец-то. Что, загоним пару гвоздей в крышку гроба этой игры? Да, но сегодня буду делать это не один, сегодня один из, наверное, старейших подписчиков, который подписан еще со времен Ивана Грозного. Чьим ровесником он и является, собственно говоря. Комплименты. Да. Вот, значит, что тут? Давай, короче, ты кинулся, да, уже в погоню? Нет. А уже пора. А то миссию зафейлишь. Это экспериментальная параллельная запись, короче. Ну мы же пираты, как бы. Мы не можем позволить себе. А чё он не бежит-то, господи? А, здесь роботы меня стреляют. О, можно мирных людей расстреливать. Смотри, как в старой доброй второй части. Это не цель, что сидеть за компьютером. Ай! Гражданский. Там еще... Ебать! Если у него есть а я куда, кстати, вниз пизданул. А понес, понеслась. А, не, его наверх. Вот, значит... Какие у тебя впечатления от... Да как он сбежал-то? Я же бегу, блядь, не останавливаясь. Дурацкое задание какое-то. Не успел начать, уже... Да. Уже пошла. Какие у тебя впечатления от посадки в дронов, от взлома турелей? Что-то напоминает этот самый Watch Dogs. Ну да. Ну правда, там, по-моему, нельзя было... Куда он делся-то? Элемент хакинг. Блядь, как я на свои суперноги прыгнул с высоты и получил дамаг? Я чуть не врубаюсь. Почему у тебя супер ноги? Что? Нажмите и удержите. А как без супер ног по стенам бегать? Каких роботов? А где роботы? Да ты беги вперед. Да я куда бежать? Следы, ты не видишь следы? Ну, как в рекламе Рексоны, блядь, запах. А. След запаха. След запаха. Да, он видать. Меня когда попадают, я прекращаю бежать. Капитан, потная подмышка, блядь. Заебись, я прилег. Не, ну правильно, что? Преследуешь, хер, полежать надо. Ау! А кто убегает, я не понимаю. Ну, я не знаю, тренировочная миссия, тебе какая разница, кто убегает? Считаешь, это... что это Бен Ладен, блядь, съебывает? Он уже сдох, или нет? Ну, не будем окружить. Может, тот другой был, хрен его знает. Блин, я, конечно... Ебать, я пришел. Я, кстати, отзывы в Стиме почитал по игре. Ты не заходил на эту страницу игры? Нет. Короче, все негативные отзывы русскоязычные, все позитивные англоязычные. Что как бы наводит на мысль, либо у нас у всех компы говно, либо локализация говно, либо у нас просто пираты пошли жаловаться в Steam. Скачал пиратку, блядь, кряк лагает, пошел в Steam, орать, что игра говнище, блядь. Мне кажется, это в стиле нашего русского населения, блядь. Слушай, а кстати, эта блондинка, это же это. Господи, как актрису-то зовут? Или это не она? Ну, ты которая играла в Звездном крейсере Галактика. В чем? Бля, понятно. Не знаю, как сказать. Короче, Кэти Сакхов, по-моему. Упс, я убил его. Не стреляй в него, если будешь за ним гнаться. Он у меня сдох тоже. Блять, я его. А, он жив. А, удержите, чтоб... Она мне что-то вещает, но я не знаю, что... Слушай, вот этот вот киношный прием с паузой просто, думаю, когда все замирает и выходит человек на передний план, это настолько вот спизжено просто в нагляк. Мне даже написали в комментах несколько человек, узнали, из какого фильма они это ёбнули, короче. Но я забываю постоянно, это какой-то нулевой... Блядь. Допуск? Нет. Это первое, что приходит, но нет. Протокол что-то какой-то. Ну, про поезд, короче, где чувак-то там все заново каждый раз пытался поезд спасти. Блять, забыл, вылетел. Именно поезд? Да, я 10 раз прочитал название, короче. Я помню, какой-то был с этим, с Дензелом Вашингтоном. Дежавю, что ли? Не тот. Не с этим, не с Робертом Патриком, который Т-1000 играл? Нет. А, там раз... про взрыв поезда, что раз за разом поезд взрывается. Блять, что-то знакомое, да, Одурина. Да. Ни хрена вспомнил. Просто второй раз его никто не стал смотреть, поэтому все забыли. По-моему, нулевой протокол или какое-то говно такое вот. Типа там сенсация в том, что на самом деле там чувак, он, блять, там пиздец. Лежит там в каком-то резервуаре. Ну, я суть помню, но... Ну, я вот... даже не помню, кто там играл. Да, блять, потому что там никто известный, наверное, не играл. Да вообще никто не играл. На этого, на Брэда Питта бюджета не хватило, блять. Все ушло на спецэффекты. Вот я не понимаю, тут можно будет прошлое переделывать или что? Или для чего тут перемещают куда-то, что-то происходит? Тебе же ничего. Меня куда-то переместили какие-то туннели старой подземки. Сейчас.
Опять появился этот лысеющий. Ты промотал, что ли, пропустил заставки? Нет. Ты поймал бегуна этого? Я, видимо, его просто раньше тебя поймал. Ну, конечно, я же зафейлил. А, батя фейлит. Слушай, чувак, я там в трех стенах потерялся. Он, блядь, пистолетами этот лысый обвешан, бля, больше, чем этот Эль Мариачи, ёптать. Слушай, у него, он похож, знаешь, какая-то смесь этого Стэтхэма и Вин Дизеля. Он мне на устаревшая версия. Он мне на соседа, бля, похож, по-моему. Я таких, бля, актеров у ларька вижу, бля, ежедневно, я не знаю. Кто его взял в игре сниматься? Главное, в прошлой части, как я помню, Кевин Спейси у них был, да? Да, да, да. Но это тоже должен быть какой-то актер, но я не помню, не узнаю его в гриме, блядь. Накиньте Смоктуновский. Нихуя себе. В боевике, блядь. Блядь. Стреляли. А вот этот автомат... Мне нравится, как этот автомат перезаряжает. Да, он похож на просто на грозу из Толкача. Мне кажется, они его там спизданули, блядь. Они, походу, поиграли во все популярные игры, посмотрели все популярные фильмы, блядь. Грозу или гаусовку? Грозу. У Толкачей такая вот с подствольником. Серенькая такая. Что сделать надо? А, навестись на вражеских роботов. А где они их всех убил? Так, промотаю-ка я нахрен их, бля, разговоры. Ну да, я тут уже куда-то... Интересно, а в бою паузу можно поставить? Ох, нихуя он джедай. Он что-то руку вытянул, все взорвались. Мама нархи. Папа, налей мне стакан портвейна. Да ебать вас. А, что, робота можно захватить, что ли? Можно, мне написали, типа... А, они взрываются. Нацельтесь, мне написал, на робота, чтобы захватить там или что-то, или вселиться. Да, это не, это уничтожить силой мысли его. А. По-нашему, по-джедайски, блядь. Бля, как интересно в колде воевать с роботами. Ты бой, не любишь. Пипец, блять, вообще. А, еба. Ой, что-то. Что-то экран покраснел. Неплохо, салага. Какие на твой вкус части колды были самые классные? Первая, вторая. Это про вторую мировую, что ли? Про первую, про вторую, блядь? Не, по обе про вторую. Ну, это понятно. Там, где в конце на Рейхстаг бежишь с флагом, да? Да-да-да-да. Да, это был огонь вообще был. Во вторую часть я переигрывал просто там какое-то жуткое количество раз. Чё, какой Кербер? Ну, а Modern Warfare? Вот, да, ну, Modern Warfare. Мне, кстати, понравился этот первый Black Ops. Black Ops первый, там что было? А там, где этот цифры у него все в голове мелькали, это Алекс Мейсон, по-моему, главный герой. Че? Я, наверное, не играл. Это не там, где у тебя компания, блядь, ботов тебе помогает всю игру проходить? Не-не-не, это второй Black Ops. Блядь, я у маму делал такое говно убогое. Вот второй, блядь, я лицензию купил, ёптать. Это, бля, была выгодная покупка, блядь. Не, ну мне подарили футболку, в которой я проходил весь следующий год. А, ты коллекционку еще взял, что ли? Не-не-не, я просто взял этот самый... Блять, да вы заебали. Этот... Black Ops просто в DVD-боксе. А, ну... Вот, а там у них была, типа, акция к выходу, уже Ghosts на тот момент вышел. Вот, и все, кто покупал какую бы то ни было часть Call of Duty, дарили футболку. Мне коллекцион... Вам говорят, какую? Говорят, S-ку, M-ку. Я говорю, мне, блядь, самую большую, дайте футболку. Бля, еще хоть спрашивали. Мне когда коллекционку Left 4 Dead подарили, там внутри эмочка была. Такая эмочка, что даже, блядь, на мою карликовую девочку тогдашнюю не налезла бы, наверное. Ну, нашелся среди друзей один дрищ. Тебе присылали ее? Нет, в Карабасе подарили просто. Там книжечка была про зомби, блядь. Крайне тупое, блядь, издание. Я просто... Да ну нахуй, я чё, сам себе гранаты ушатал? Хули мастер? Опыт-то не пропьёшь. У меня всё получится. Рой горючих нанодронов? Ты уже дошёл до роя горючих нанодронов? Нет, пока. Киберспособность, я чё-то провафлил. Способность нет, это я уже дальше убежал. Да блять! Я уже около... Я около каких-то поездов бегаю сейчас. Нажмите 2, чтобы переключить. Да, мандавошки такие вылетают. Крючков. А, это вот эти, которые, что ли, в прологе там все летали. Да. Я еще думаю, было. Что за мушкара там их грызет. Ага. Боги из Mortal Kombat, блять, роятся. А как ее активировать-то? На двойку и на Q. А, на Q. Я просто поражаюсь, блять. Это уже нахуй. Это уже Crysis переплюнуло просто. Ни в какие ворота не лезет, блять.
Ну ничего своего не могут. Ну и хули, что я тут руку выставил. Как не могут? Раньше же могли, блядь. Раньше же ну, делали. Раньше могли. Сделать игру про ИГИЛ, блядь, про что-нибудь. Ёбаные нахуй, это фантазии эти, блядь, ваши ебучие. Ой, блядь, Battlefield сделал игру с роботами, надо. И нам пиздануть что-нибудь такого, блядь, а? Battlefield с роботами? Батла, да, с роботами же. Какая там Battlefield 2000, хуй знает какой год. А, это... Да, я просто сетевые не играл. Я там сингл прохожу и все. Ну я тоже сингл, блядь, запустил, прихуел. Мне еще понравился прошлый сингл этой колды, где гранаты самонаводящиеся были. Надо, вообще да. Хит нетленный, блядь. Если игру с гранатами можно пройти. Да куда верните мою пушку, вы че, офигели? Че они мне дали? Мне кажется, им надо было, блядь, не делать колду. Блядь, как долго ебать нахуй. Вообще просто не делать. Это чё за пулемет ебаный перезаряжается по 10 лет? Меня убили нахуй уже 20 раз здесь в этой ёбнутой миссии, блядь. Тут что не миссия, то знаешь, как это Африка, блядь, из второй части Warfare, блядь. А-а-а. Где эти негры, блядь, со всех щелей выбегали нахрен. Драть тебя, блядь, вжать задницу. Бразилия тогда уж. Вообще, блядь, да мне похрен, чё там, блядь. Хоть Папуа новая, блядь, мать её Гвинея, да, блядь. Всю очко мне раздолбало тогда нам нахуй играть в этом, блядь. Сколько там этих нигеров было, блядь. Я не знал, что их так много на планете, я думал, да. Там вроде где-то сзади, да? А из крыш там прыгают, блядь, со всех. Не-не-не, сейчас ты где-то там. Я уже, по-моему, вперед убежал. Да я хуй. Далеко. Но факт в том, что здесь будет твое любимое ночное видение. Я их сейчас тут светлячками затравлю, этих пидоров. Даже стрелять в них не буду. Ночное видение сейчас будет. Когда они мне успели оружие сменить, почему оно перезаряжается 2 года, блядь? Ой, блядь! Достань пистолет, ты должен заценить этот лазерный прицел. Ебать. А где он? Блять. Двойка. На двойке хуйня, фикс, по-моему. Да, ты че, ты че? Ёбаный. У меня такой лазерный прицел, что Resident Evil 5, блять, отдыхает, ёпта. А, нет. Это такая стримотень. А какого хрена я вообще пользуюсь этой, блять, шляпа какая-то. Моретти, кто знает? А, это свой. Главное, нахрен здесь нужен лазерный прицел, если здесь перекрестие есть, я не понимаю. Ну... Да хрен знает. Сложно сказать. Да, блять, он сейчас сказал, говорит, чем больше способностей, тем веселее. Хода его переспросить, ты считаешь? Думаешь, блять, веселее? Да, слушай, а мне тоже, кстати, поменяли пушку. На чё, на пулемётище? Да, он убивает этих роботов в момент, но, блять, перезаряжает. А, колесом мыши меняется пушка. Достань пистолет, я тебе говорю. Да я доставал, я же говорю, мне на Х. Ну так и чё, как пестик, как под... Блять, граната пошла. Он без прицела. Без лазерного? А, без, просто обычный. Неплохо, салага. Тебя какой-то фуфлыжный подсунули, наверное. С таким желтым, этим самым, как он, блядь, называется, мушкой. Да, но у меня с лазеркой. Ну, у меня без, может там что-то надо нажать. F, F. Вот такой у него еще экранчик сбоку какой-то, как у Судьи Дреда. А, не, у меня другой. Да, а, блять, на видосе ты? Потом посмотришь на папку. На папку. Вот, тут у ящика можно поменять. МР-6 у меня. О, нифига тут. Так, мужик, ты это самое, охлани. Не-не-не, это говно. Мне Моретти сказал, что я начинаю ему нравиться. Меня это ни хрена не устраивает. О, снайперка, что ли? Лучше, белобрысый. О, нифига, снайперка. Это круто. Я хотел сказать, что им надо было Судью Дреда делать, нахуй, а не вот эту вот часть. Ну, все для судьи сделано. И какое-то зрение... О, дымовые гранаты. Слушай, да я прям вижу, как они, знаешь, сидели и думали, блядь, чего бы нам сделать нового такого? А что было? Прошлая часть была успешной, что там было? Ну, там был киберпротез. О, круто, я знаю, давайте сделаем 2 киберпротеза. Чтоб стало в 2 раза охуительнее. Будет Black Ops 4, давайте сделаем, не знаю, кибер-яйца. Просто, чтоб они ни в какой момент не сжимались у персонажа. Бля, дробовик не бери. Сука, это пульсирующее ночное зрение, мне кажется, я с ним только хуже вижу, блядь. Точно. Я вообще не понял, зачем она там включилась, потому что я его отключил. Да, там светло, блядь. Это точно ночное зрение, а не хуя какая-нибудь. Это, по-моему, киберзрение. Да, это наоборот, блядь, киберслепота нахуй какая-то, блядь. Так, а что там за хуй кто-то убежал куда-то? Блядь, что здесь делать? А, ну, да. Глупый вопрос, Колу, что здесь делать? Да ёб твою мать, пока ты... Слушай, так ты нашел рукопашную атаку? Неа. Кстати, у меня на дробовике тоже включилась эта хуйня. Гранат лазерный положить. Прицел. А на пистолете выключился? Как так-то? Во-во-во, у меня
вот, ну, пистолете нету, а на пулемете есть. О, ну как лазерный прицел. Похоже на какую-то палку, блядь, красную. Ну да. Он даже не реагирует, знаешь, дым ли тут, не дым. Ебать. Что ж такое-то? Где здесь, блядь, оружие, как я заебал этот пулемет? Я к тому, что луча-то не должно быть видно, по сути, если не дым, блядь. Ну, в общем, да. Любой, у кого, блядь, была лазерная указка, это подтвердит, блядь. Должна быть точка на том месте, где ты, куда ты прицелился. Именно. Ай, бля. Почему эти мандавохи не атакуют робота? Слушай, а на каком уровне сложно? Ты на каком играешь? На закаленном. Закаленные пуканы. А у меня что при этом стояло, я не знаю. Сейчас как-то изурю. Иду в машинное отделение. Да днище, наверное, у тебя стояло, не мог ты дальше меня пройти. А, у меня рядовой. Ну ты, блядь. Так меня все равно ебут. Так это уже проблемы рук. О, модель поезда на магнитной подставке, блядь, дайте взять. Всегда такой хуйней мечтал. Так, такого хуя, ну-ка, блядь, не будем отставать. Закаленный нахуй. Да, да, прошел всю игру, потом сложить в конце ёбнул. Перед последним ударом по боссу. Да, да, да. Там в ДС-ке, кстати, есть кольцо на увеличение количества душ получаемых. Знаешь, вот эта пауза, когда босса убьешь, души-то не сразу дают. В это время кольцо надеваешь, получаешь души, как будто, блядь, с этим кольцом его убил. Блять, снайперы. Блять, дробовик вообще угарен. Просто угарен, блять, и бесполезен, ёб твою мать. Да ебись ты, это точно оружие вообще, блять? Может, это палка-копалка? Вообще, блять, я ебу, первобытная хуйня, блять. Просто, блять, бабушкина берданка, блять. О, выберите оружейный комплект. Блять, дайте мне обратно мой этот самый, где он там? Я ебу, на бобру. Да ну нахуй, блять. Блять, снайперку взял, наконец. С этим, блять, дробовиком на бобров только, блять, охотится. И то, что такое они... вещь-мешок для полевых операций? Блять. А здесь, кстати, нельзя обратно, когда выбираешь боекомплект, нельзя обратно выбрать ту свою пушку, с которой начинал в начале. Она первая. Первая? Да. Первая это вот эта херня, которая не как у судьи Дреда, а как... Фу, блять. Ну, у меня желтая автоматика, если ты в нем. Блять, дайте мне гранату кто-нибудь, ёб твою мать, меня заебало без гранат здесь играть. Пиздец, я не могу пройти это говно. Ты где вообще есть? Я тут каких-то... Канализация, что красные трубы. Сжигаю этих пидорских, блять, роботов нахуя. Да ты их расстреливай все, господи. Да, блять, из дробовика из моего. А, из дробовика, да. Причем я, блядь, убил всех, у меня оставался же последний. Да ну нахуй, гранату обратно брось. Бля, господи. Кто на этаже? Так, я пойду обратно, пулемет возьму. Да как захватить-то, блядь, его? Чего нельзя в робота вселиться? Близко к нему стоять, чтобы захватить его. Ну, кстати, а ты роботу руку отстрелил когда-нибудь? Нет. А это возможно, прикинь. Я им в балду обычно стреляю. Так балда тоже отстреливается, он идет к тебе. Он продолжает идти. А почему у меня он упал? Пиздец вообще. Ну и че, мы так и будем тут отсюда, за километр от них? Нихуя, это че было-то? Вот это, блядь, отстойность в том, что нельзя, блядь, оружие взять с пола, блядь, вымораживает меня сейчас нахуй. Потому что у меня ебаный дробовик. Блядь, еще дроны. Блять, да дайте высунуться-то, ёпта, ебало-то свой высунуть, дайте мне, блять, пострелять-то, ёпта, мать. Не, а как активировать свою способность? На Q. А, на Q. Ну давай, ебаш. Ура. А, ну да, помогает. А он хоть на длинном, да, ну блять, нахуй, на большом блять бы расстоянии еще. Жмакал, а то он. Отохуем. Отохуем. Блять. Мне прилетела граната, прилетела она, короче, пролетела сквозь пол, но взорвалась на полу. Так, я их мандавошками травлю, этих пидоров. Они мне гранатами закидывают. Ебать. А, не активирована способность. Блять, сатанинская перестрелка, я базарю, просто хуйня полная. Чё происходит вообще, не понимаю, чё делать надо, куда идти? Ты гараж этот обоссанный прошел? Гараж? Да, гараж. В гараже я, по-моему, блядь, давно ушел. Я путаюсь в этом ебаном управлении. С геймпадом все. Нахуй нужен, я, бля, в кнопках на клаве путаюсь.
А, ну это уже последствия того, что много на геймпаде играю. И роботов, блядь, убиваю с пистолета, как ебанько. А чё, ебень, почему у меня стоит возгорание? Ну-ка, дайте мне мандавошек. Эх, заражу сейчас. Роботы не падают от мандавошек. Да? Да. Ну там вот человек стоит. Ай, блядь. У меня было сейчас ощущение, как будто у меня по балде попал просто гранатой. Она не взорвалась, но просто ударила больно. Блядь, да кто стреляет? Твою мать. У меня уже кончились патроны в пистолете, мне больше нечем их убивать. Мне еще понравилось. Меня сейчас, короче, перезапустило. Точнее, ну, в контрольной точке. И обратно мой пулемет дали. Везет. Блять, этот Моретти вообще он кого-нибудь убивать-то, блядь, должен хоть, нет? Или он тут для красоты и компании, блядь? У тебя, кстати, нет такой идиотской привычки, когда несколько выстрелов сделал и начинаешь перезаряжаться. Да, на у всех, кто в контру играл, блядь. Типа, может быть такая ситуация, что, блядь, патрона не хватит, нахуй. Да, у меня вот первое оружие, это желтый автоматик, с которым я игру начинал, что-то. Блять, а пистолет можно? А, игру начинал. Я имел в виду, что вот этот уровень. По три выстрела, который делал, нахуй нужен, ты говно кусок, блядь. Забрали, и слава богу, блядь. Шептунья это, блядь. Шептунья. Знаешь, с глушителем. А! Пригни свою голову! Засадили! Что-то взорвалось, по-моему. Гончая на этаже? Ой, пиздец. Что за гончая? Кстати, я не понимаю, это продолжается обучение или что? Да. Да это еще, вот столько да еще времени. Обучение. Да. Я ебаный. Это первая игра, где пролог и обучение существуют раздельно, мне кажется, блядь. Потому что обычно, блядь, а хотя нет, в Metal Gear же тоже. Да. Да и в колде, по-моему, какой-то. Блядь, в колде, в балде. Ну, в колдай. Но не столько же этого обучения после этого, блядь. Ну да, что-то... Я вообще не понимаю, что здесь. Ай, мам. Я заметил, что в прологе вообще ничему не учили, потому что ты там был обоссанный, обосранный человек и нихуя не умел еще. Тебя просто нечем было. А сейчас ты обоссанный, обосранный киборг и тоже нихуя не умеет. Да, единственное, что радует, то, что здесь нету вот этого обучения, типа, блядь, подпрыгнуть на пробел, стрелять на мышку, блядь, покрути ебалом по сторонам. Там научили, как бегать по стене. Ну, это уже после. А, и как пригнуться на выходе из комнаты, где самолет упал. То есть обучение такое, скоростное. Мне в модернах нравилось, где надо полосу препятствий пройти, и там еще тебе и сложность предложат сразу. А, да-да-да. Вот это круто было, обыграно. Как тебе, кстати, третий Modern Warfare? Это, блядь, а что там было? Это где появился костюм неубиваемого человека? Не-не-не, это там, где заканчивалась история мыла. Ну, который соуп. Ну так он там в конце надевает костюм и идет штурмовать, блядь, в костюме в таком непробиваемом. Там же соуп погибает. Еще до конца игры. Ну а что в конце-то? Ну в конце вот именно то, что ты сказал, но там ну, участвует капитан Прайс и... Ну да, да хуй с этим солпом, нахуй мне обосрался. Я от костюма прихуел, что вроде как игра-то реалистичная, а тут костюм непробиваемый пуль, блядь. Тони Старка такого нету, блядь. Такая бредятина вообще. Главного героя мне не жалко, не похуй. После Игры Престолов я нормально отношусь к тому, что их в расход пускают, блядь. Там, тем более, вся игра такая драматичная, что играешь каким-то, блядь, солдафоном, неизвестным хуяк, там ядерная бомба упала, самолет рухнул, там выполз, блядь, и помер. Классная, классная миссия, блядь. Ай, печаль. Ай, ебать, меня гранатой подорвало. Ебать, и чё, опять станели с этого? Да ну нахуй. Я хуею, ёпта. Как здесь разбросаны чекпоинты, я просто не знаю. Тебя просто бросают в какую-то комнату, в которой просто до пизды врагов. А, блядь! Как граната перед носом взорвалась и ничего. У меня она не перед носом взорвалась, все равно уебала. Неплохо стало. У меня сейчас, кстати, этот самый бот вот этот, который полз. Да, ебаный в рот, да откуда, блядь? Пиздец, я тебя, блядь, еб твою мать, где этот помощник, нахуй? Хуёшник этот, сука, блядь. Уебан этот, блядь, бесполезный, нахуй, тварь ебаная, блядь, который ходит только пиздит тут, блядь, под руку, нахуй. Чмо это ебаная, блядь. Сука, один враг был перед дверью, нахуй, он и то его, блядь, не помог ничем. Пидорас, блядь. Пиздец это какой-то, где тебя там нахуй. Так дрючат? В комнате в этой ебаной, где эти роботы ездят, блядь. А. Пидорас, блядь.
Заткни нахуй свою голову, блядь, в очко себе нахуй. С трубами посередине резервуара, ну. Да, блядь. Вот я уже два раза здесь сдох. Ты тут же сейчас? Ну да. Я, блядь, перед выходом сдох, то что самое, блядь, охуенное. На нахуй, въебало прям попало, пиздец, я домой, блядь. Я даже дойти не могу. Один человек оставался, один, блядь. Он его не помог убить нихуя, дебил. Нормально, третий раз, блядь. Пидрила, блядь, лесная сука, нахуй. Пиздец, меня эти боты заебали в этой игре. Что они в Bad Company в этом бесполезные были, нахуй, мрази, блядь. Все трое, блядь, или сколько их там, пятеро, блядь. Что там здесь там такие же, нахуй. Единственное, что было хорошо, это озвучка. Да пошли они нахуй, семи черлидишки. Какого хера? Я зайти в эту комнату даже сейчас не успел. Да там въебало стреляют, потому что с того... Там снайпер сидит или что-то такое, он же говорит, пригни голову. Даже лучшие погибают. Да-да-да. Но я не лучший. Да сдохни ты нахуй! Я не понимаю, слышишь, когда робота, блядь, убиваешь этой способностью, надо ее отпускать, чтобы она сработала или что? А, да, ты нацеливаешься, что-то какое-то время держишь, потом отпускаешь, и она активируется. Охуительно, она работает. Тебе не кажется? Просто полный пиздец. Тут все сделано для того, чтобы было играть неудобно. Даже присесть и прилечь они местами поменяли, блядь, чтобы ты нахуй заебался с этим. Не, ну на цель-то прилечь это вообще пиздец. Присесть на С, прилечь на Ctrl, блядь. Нет, ты говоришь, если они поменяли. Ну так, когда это я, блядь, прилег на Ctrl? Я на Z всегда ложился. А на Ctrl я приседал во всех нормальных играх. Да сколько раз можно выстрелить этого урода, а? Хотя нет, на С приседать-то демократия. В принципе, признаю, но прилечь на Ctrl, блядь. Ну, присесть на Ctrl нормально. Самое ебаническое управление для шутеров, это где, знаешь... Такие раньше делали, где на правую кнопку мыши прыжок был, блядь. На. Я их нахуй вообще, блядь. Такое ноу-хау, блядь. На клавиатуре кнопок мало, что ли, блядь? Там надо слова местами поменять. Не ноу-хау, а хау-ноу. Там, блядь, надо уши, блядь, разработчику местами менять и не слова, блядь. И руки тоже. Все отлично сделал, кажется, это. Блядь. Завидуй мне, я прошел дальше. Подожди! Какой-то сам джентльменах удачи, когда помнишь. Подожди! Вылезал. Эй, где чекпоинт, блядь, не страшно. Должен дать нам представление, как они загрузили взрывчатку на. Слушай, они респаунятся, я тебе точно говорю. Я тут убил такую сраную кучу этих уродов. А, слышишь, так они, подожди, они в воспоминаниях узнают, как они загрузили взрывчатку на поезд. То есть они в воспоминания отправляются в прошлое. Они будущее не меняют, но что-то могут там узнать. Как, блять, как это работает? Я хуй знает. Я же говорю, давайте в 11 сентября вернемся. Ты когда-нибудь вдумывался вообще в сюжет? Баттлфилдов? Ой, Call of Duty? Call of Duty, да и Баттлфилдов тоже. Я после последнего Терминатора предпочитаю не думать о сюжетах. Знаешь, что забавно? Ну, последний Терминатор, это да. А, знаешь, мне кто-то в комментах короче, написал, что вот этот вот лысый Вин Дизель похож на Гюнтера Одима, блядь, из Ведьмака. У нас могло бы и не быть программы. Ну, в Ведьмаке, да, дьявол-то этот, блядь. Ну, в дополнение. Я не играл, не смотрел. Ну, главного злодея-то ты должен знать. Ну и, соответственно, пока еще не смотрел, потому что сам еще не прошел. Ой, мама! О, нет, они дали дробовик. Они прям чувствуют, что тебе нравится эта игра. А, слышишь, нажми на В. На В. Ебать! Да подожди, на В нажми. Подожди ты на В. Сейчас меня засадят, и я опять начну эту сраную миссию сначала. На В рукопашная атака, короче. Блять! Как раз вовремя. Да ебал я эту атаку рукопашную. Так ты приколись, она одним ударом роботов убивает. Следи за флангом, они лезут. Блять! Здесь нельзя лежать. Какого хуя здесь нельзя лежать, ёпта? Простудишься, холодно. Умирать можно, а лежать нельзя, да? Ну вот умрешь, полежишь, блядь. А пока нехуй. Куда? Там, короче, остался один этот. Пидорас. Все, убил. А еще приколись, они суперспособности то дают, то отбирают, блядь. Да я их вообще пока не использую, нихера. Твою мать, откуда стрелять, блядь. Ну вот это была бы ништяковая миссия, если бы эта игра не называлась Call of Duty. Ну она, кстати, она реально вот на этом уровне
Она сложная, действительно. Не, вот это, блядь, вот в этом в поезде, который шире, чем моя квартира, блядь, игру бы надо было назвать «Роботострелялки 1», блядь, и чтобы она выпущена была фабрикой «Большевичка», блядь. Какую, какую игру еще? «Роботострелялка». Не-не-не, о чем речь? О том, что эта игра не должна «Колдой» называться вообще, блядь. А. Моретти, ты мудак. Ты не Моретти, ты мудетти. Не помог? Фу, ёб твою мать, я пришел. Куда-то. Я наконец-то прошел эту треклятую комнату. Слушай, мне интересно, откуда на крыше поезда, бля, выдвижные укрытия, блядь? Это чё за экспресс такой, блядь? Поезд к Санта-Клаусу, что ли, блядь? Ну там олени, наверное, должны сидеть. Да и пиздец. Я какой-то комп взломал. Какую ударную волну? Где я ее выебу? Дебил, блядь, сука, тупорыло. Я уже прыгнул в толпу роботов, он мне говорит, используй ударную волну. Да пидорас ты, блядь, а не морите. Используй силу, Люк. Пиздец, дай мне меч световой лучше. Лучше бы это в Star Wars Battlefront был, честно. Ты в Battlefront много играл, не? Ну, то, что записал, все. А, ты еще, да. А ты еще после этого... Нет, мне просто интересно, там реально, вот, ну как вот, был Battlefront 2, когда, там, набив определенное количество фрагов, мог вселиться в джедая, там, точнее, поиграть. Нет, тут до такого не опустились. Тут можешь сразу найти, блядь, таблеточку на поле боя и стать джедаем сразу, блядь, не набивая нихуя, блядь. Так, я ни хрена не хочу смотреть эти ролики. Тем более я ни хрена не слышу, что они говорят. А, да, говно ролики. Его защищает 6 дюймов нанотрубок, но это не поможет. Просто как бы тут нихуя не интересно, блядь. Даже в прошлой части. Ты в поезде уже поездил? Да, еду. На крышу уже еду даже. А что здесь надо делать? Иди на В, бля, рукопашную атаку подойди, дай роботу в ёбло, охуеешь, что будет. А где робот? Да выйди сейчас, иди. Я человек, как он туда выйдет. Нажмите В рядом с противником, чтобы обезвредить его. Я иду, на тебе нахуй. Мне кажется, это видео будет длиной как стрим, блядь. Отлетают они. Слушай, они из дробовика с одного выстрела прям. Ну, если в упор. Да нет. Ну как нет. Я на некотором отдалении. Здесь, давай, здесь блядь. Вообще, если не заметил, все попроще. Они убивают тебя поменьше. Мне показалось, или меня сейчас просто изнасиловали в задницу? А какого хрена он из какой-то будки вылез? Чё это за будка-то? Блять, я ебу сколько... Херовые у них собачки. Ну чё они в будках сидят? Да ёб твою мать. Слушай, мне кажется, что здесь за два уровня врагов было больше, чем во всех четырех частях, которые были до этой игры, блядь. Да раз. Подохни. Блять, ну стреляет, конечно, с таким звуком. Я слышал, блядь. Это пиздец. Это ты пистолет Шептун взял, что ли? Ага. Ну, этот, который у тебя был с лазерным прицелом. Ты ж только что восхищался тем, какой тут классный дробовик, блядь. Так он издалека-то, я же не могу. В другой конец поезда-то я же не могу попасть из дробовика. Подбеги и на В. Я боюсь к ним уже подбегать. О, ни хрена, ему башку оторвал, он все равно дерется. О, руку отстрелил, вторую отстрелил. Так главное, что до этого вообще рукопашной атаки в игре не было. Я, блядь, искал, не нашел. А еще он стреляет, когда ему отстреливаешь руки. Обе. Не знаю. Я его обе не мог отстрелить. С головы, наверное. Сломаю, попробую передвинуть, из глаза, значит, лучше смерть. Это слишком. Мне с компьютером в голове. Мне не хватит времени. На самом деле все просто. Здравствуйте. Не-не-не, нахуй. Ты еще на крышу не попал? Это же магнитоплан. Я еще тут. Если поменять полярность только в этом вагоне. Проверка билетов. Оплатите проезд, иначе им пристрелю. Что-то не понял. Мне половину поезда Годзилла откусила. Было невозможно. Что, прости? Не знаю, у поезда жопа оторвалась. Опять охуевают заставки, мне кажется, она гипнотизирует меня. Пройди игру. Тебе нравится убивать роботов. Тебе нравится юзать способности. Это не тупое говно. Пройди. Не хуже, чем можно было ожидать. Много, кстати, предложило тебе пройти игру полностью. Два человека из всех комментаторов. На каждого было по 10, которые сказали, что больше не надо.
Он пошел добровольцем. Я не знаю. Но я считаю, что просто надо посмотреть, когда же кончится обучение. О боже. У него имеется вообще завершение, да, какой-то доброволец на что-то согласился. Похоже на Таира из Камина. Знаешь, что оно, обучение закончится вместе с игрой. Длиной жизни, да. Век живи, век учись, блядь. Блядь, я боюсь тут по этому поезду ходить, здесь ни хрена. Я не пойму, какие места, точнее, в каких местах чекпоинт. Я там только раз помер. И то, когда мне не оповестили, блять, о том, что у меня появилось супероружие. Да, они меня тут ебут-то исправно вообще. Так ты на крышу-то попал? Да нет, что я еще тут иду. Пиздец, у меня опять заставка зависла, я рот наоборот. Тут что-то двери. Точнее, окна позакрывались, не хули. Опять иду. Как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус 5 лет. Че, все? Совсем? Уже думал о том, что делать дальше. Какие-то заставки, блять. Ты меня знаешь. Я говорю, совсем зависло. Да не, отвисло уже. Повисел, отвисло. Задание выполнено. Боец декан, боец декан. Декан? Угонщик. И что мне тут делать? Опытный подрывник своего пукана. Куда наверх? А, во. Ух, ебать, они тут попрыгушки-то устроили. Так ты смотри, как на крыше удобно, блядь. Сразу сколько заслонок каких-то открылось. Да, как сразу убивают, хорошо. Ты что там, помер, что ли? Да. Ты что такое днище? Походу играть разучился. Ты в танки не играешь часом, нет? Нет. Странно, блядь. По-моему, у меня в команде всегда такие, как ты, попадаются. Меня второй раз убили. О боже, ни хрена тут. Тут еще и прокачка есть. А можно мне, да, кстати, можно без сраного дробовика мне вот сюда меня выпустите? А я полежу здесь, нахуй. А они бесконечно будут идти или что? Да, нет. Я вообще не въебу, как что открывать. Слушай, они просто с одного выстрела в жбан убивают. Да, да. Это какой-то пиздец. Да куда они лезут в жопу, пусть они все залезут, ёпта. Ни хрена, я обучение прошел, уже почти, блядь, почти полностью прокачал все, что можно сразу. Чем мне всю остальную игру здесь делать? Оттачивать навыки. Еще и прокачка какая-то оружейная. Давайте, вылезайте, суки. В оружейной меняется все, кроме ебучей. Куда, какого хрена? О, пусковые установки даже есть. Дайте мне вместо пистолета РПГ, пожалуйста. Они лезут. О, бля. Слушай, если я правильно понимаю, то в этой игре 1, 2, 3, 4 пистолета, блядь, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 автоматов, блядь, 4 дробовика, 4 пулемета, блядь, и 4 снайперских винтовки. Это что за арсенал такой для Call of Duty, я нихуя не понял. Я раньше даже боялся задуматься о том, сколько в нем оружия, блядь. О, ты бы сейчас видел, как я применил способность ударная волна, это было, блядь, ох. Как бог, ну потом, если хочешь. Как бог грома Тор. Увидишь, в общем, если посмотришь. Блять, а как открыть-то автомат? Что надо сделать-то, ёб твою мать, чтобы он открылся? Осталось до нового уровня. Да, да, ударную волну использую. Пиздец, 9000 опыта на калашников надо. О, нахуй. Операция ЦРУ и их явка. Рад, что ты помнишь. Блять, такое лобби тупорылое здесь, я просто его маму делал. Слежки за каждым моим чихом. Куда залез? Они всегда следят. Да вот, а в кабинет кому, вот как это. Не тебе об этом знать. Ты просто с возрастом и становишься брюзгой. Дальше бежать опять, что ли, вылезут? Местная черная станция. Не, ну один раз, ладно, это прикольно, конечно, когда они там выпрыгивают, и ты их должен мочить на крыше. Но когда это повторяется второй уже раз, это. Три раза так будет. Да ёпта. Как я понял. Почти всем здесь стало управлять. Два, ну, раза, понятно, два раза спрыгнуть и фантазия есть. Спит у разработчиков. Расскажи, что тебе известно. О, тут что-то из сталкера уже пошло. Их данные помогли. Как раз зависло, все нахуй отвисло. Я чуть с поезда не упал. Это было бы самое просто, я не знаю. Самый большой фейл на свете, наверное. Хоть кто-нибудь падал с поезда с этого. Они пользуются ими для контрабанды. Естественно, ЦРУ распереживался. Блять, гениальные задания. Пиздец. ЦРУ, блять, переживает, что-то там не переживает. Тут, бля, вообще. Миссии просто Ctrl-C. Если оно охерительно так переживает, почему они
Я, знаешь, так последний раз угорал с квестов во втором Диабло, блядь. Подходишь, там берешь какого-то типа квест, Боже. Он тебе там что-то говорит, а задание все равно иди, убей всех описать, нахуй там. Убей всех в пещере, убей всех после в пустыне, блядь, там всех убей, пойди. Так и здесь тоже они что-то умничают, ЦРУ, там кто-то что-то захватил, блядь. Ты мог бы поставить модификацию, которая делает вкусным что угодно. Суть-то пойди, убей. Если это сделают... Ну а какую, а какие ты хотел задания в колде? Слушай, ну раньше-то были вообще офигенные задания там. Между миссиями, перестрелками там. Там, ну, раненым солдатом играть, там, который из вертолета выползает. Еще там что-то. Президентом, которого застрелили, там, ебалом крутить. Там вот эта вся побочка, она была очень классно сделана. Радоваться предписанию. О, у него есть автомат. Ты чё, по уровню выше? Ебать, какой Алек Болдуин, прям молодой. Чё, там в онлайне, что ли? Нет, новый мой помощник какой-то. Возьми. Подумываю дать. Я-то бабы играю. Мы на земле, в системе 54 бессмертных. Поняла, Хендрикс. Ты напоминай периодически. Что-то я не понял, подожди, у меня сейчас чего? Раз оружие, два... А, подожди, а где у меня был перед этим? Винтовку какую-то дали, блядь, и отняли. Что за прикол? Так а что, там все продолжается обучение или что? Нет, все, боевое задание началось. Кровь пошла, тела какие-то. Со связанными руками, завязанными глазами и порванной жопой. Я, если честно, уже заебался этих роботов отстреливать. Слушай, я там с первого раза прошел. Что ты будешь делать, когда Скайнет захватит мир? У тебя вообще навыка нету, что ли? Я уйду в запой. Сказал не пьющий человек, бля, я в ахуе. Притормози. Твою мать, какого хуя? Посмотрим. О, зомби, что ли? Я счастлив. А, это просто бабу отпиздили. Я очень счастлив, у меня, короче, сейчас лагнула мышка. Да-да-да, слушай, я в танках, когда сливаюсь, тоже говорю, пацаны, залагало. Это стандартная отмазка. Я куда-то ворвался, какие-то самые. Эта херня насквозь заминирована. Как можно, блядь, заминировать насквозь? Что ему повесили на шею? Мне очень нравится, он называет это, эта херня заминирована. Но сейчас это все взорвется к праотцам, боже мой. Тут китайцев порабощают в рабство. Одевают и мошенники какие-то. Я вот просто в ахуе. Кому нужны рабы человеческие, блять, когда уже роботы есть? Мы ничем не можем помочь. Робот-то жрать не просит, блять. Ну, робот-то да. Ну, а тут, блять, китайозов каких-то. А, и бошки с ним, нихуя себе. А, это не рабство. Мы можем убить сукина сына. Это какая-то изощренная казнь, блять. Тебе надо было мне демонстрацию в скайпе включить, потому что я ни хрена не понимаю, о чем. О, какая. Ебать, дремать. Слышу тебя. Че это за пушка, блядь, такая? Ты по одному можешь? У меня всего 5 обоим, блядь. Стреляй по одному патрону. Это как? А, она самонаводками еба. Пушка? Да, ты охуеешь, когда дойдешь до этого оружия, я просто охуеваю. Она захватывает кучу целей, блядь, дает залпы и летят разрывные патроны сами по целям, блядь. А я-то думаю, где к самонаводящиеся гранаты? Да они не актуальны уже, наверное, 10 лет, блядь. Уже есть вон, супер самонаводящаяся хуй знает что за ружье. Мне это напоминает Splinter Cell последний, ну и предпоследний. Blacklist? Да, там, где можно было выделить нескольких врагов. Потом нажать активацию, и он просто одиночными выносил. Fallout, блядь. Да стреляй нахуй, блядь, убивай всех пизду. Ты ждешь Fallout? Да, блядь. Меня убили. Да, блядь, это тебя убили. Я думал, это было... Чего ждать, он завтра выходит, или когда там, блядь. Вам 10-го? Да. Сенсорный бой, дезинформация, создает ложные цели, какофония, взрывает емкости с топливом энергетической взрывчаткой. Взрывай нахуй. Охуенно, никто не умер, правда, от этого, но было неплохо. Временно оглушает, ослепляет живых противников. Говно полное. Там можно было навыки, конечно. Да пошла ты нахуй!
после уровня прокачиваешь новый. Блять, эта миссия просто пиздец. Арсенал, изменить комплекты. Ебал я твои комплекты, господи, дай мне... Хранилище записей о заданиях. Ты читал? Нахуй. Только что, блять, они закончились, я их и так прекрасно помню. Погружение, начать, что начать? Давай же, выруби этого ублюдка! Следующее задание, во. Как его вырублю? Ты дурак, что ли, блять? Поменять киберядро. Ёб твою мать. Против нас какой-то суперробот, которого мы ничем не можем пробить. Мой напарник орёт, выруби его. У меня заблокировано. Да пошла ты в пиздень, блять. Ну и уровень, ёб твою мать. Нахуй оно надо. Как играть, блять, в эту ебаную игру на этом, блять, сложности на этой ебанской, блять. Пиздец, блять. Я даже нахуй мяу сказать не успеваю, блять. Сука, блять. Нахуй пошла. Дерьмо кусок, блять, нахуй я этот набор навыков взял. Взорвать так. Бочки, блять, хуй там, бочки. Там, где комплекты надо было выбирать. Да, наверное, это, блять, и было. Здесь можно многоядерный выбрать. А можно одноядерный. Хаос. Пиздец, блять, он живучий. Может, я не тот перк взял? Он с этого не дохнет? Как его убить-то, блядь? Чё-то я пока вообще, не знаю, вообще не втыкает игра. Да ты чё, она мне уже столько воткнула, блядь. Вытыкать заебусь, блядь. Я в смысле не вштыривает. Да ты чё? Такой охуенный экшен, ты чё? Да. Ты же ни хера в играх не понимаешь, блядь. Одинаковый совершенно, однообразный, это, блядь. Консистенция всего, блядь. Как это, блядь, называется? Апологет просто, блядь, безвкусного говна, блядь. Концентрация всего. Блядь. Я просто не понимаю, как, чё я должен сделать, блядь. Сейчас подбегу ему в ёбло дам, если поможет. Ну. Да, рукопашный удар. Два рукопашных удара, и он сдох. А до этого моя суперпушка его, блядь, вообще ему ничего не делала. Я поражаюсь, блядь. Разраб, ты гениален, блядь. Ты какой начал? Скрытая во тьме? Или чё? Я хуй узнаю. Карантинная зона Сингапура? Я вообще не в курсе. Подошел, в дверь вышел, все. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению. У тебя какой-то свете. Придурок перед тобой жрал батончик шкала. Да, да. Заебанец. Я начал то же самое. О, вот звук выстрела намбован на Руси, блядь. Чу-чу-чу-чу, блядь. Так у меня вот в той комнате, где было до хрена ботов, этот типа танка такого ездил, он взорвался таким звуком, таким. А, так это типа танка, это я на таком ездил в обучении. Ну да. Злобный Валли. О. Якорь выпущен. Какой якорь? Хуякорь, ёпта. Неужто здесь игра начинает выглядеть по-человечески? Да, по-хуечески, поверь, сейчас ты, блядь, охуеешь просто. Когда дует ветер, надо что-то, блядь, втыкать в землю, и каким хреном это помогает? Ну же, соберись! А, это себя привязываешь, типа, к чему-то, что ли? Я причем не вижу, чтобы на земле что-то появлялось, когда это при... Кейн. Какая-то палочка, блядь, которая... Соломон Кейн? Да. Ебать, лаги-то пошли, ёпта. Сука. Они все прогрузилось. Блядь, защита от ветра просто number one в мире, блядь. Я ебал. О, блять, какое все убогое здесь. Слушай, я, кстати, не понял. Смотри, в самом начале игры, когда выбираешь персонажа, да, там, морду его, но. Пол. У меня ничего там не загорелось, я ничего не смог выбрать. Нет, ты вроде, ты кого выбираешь, самого себя? Да. А какого хрена почему-то вот того, кого я выбирал, на него почему-то Хендрикс похож? Что за бред? Не, ну с другой стороны, себя-то ты со стороны не видишь, блядь. Ну да, но я просто, я не понял, кого. Я что, своего начальника выбирал, может? Ебало начальника, блядь.
Я бы не отказался от такой функции, знаешь, там на работе. Как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш ёбарь, блядь? Блядь, меня убили, пиздец. Я не могу, блядь. Я сюда 20 минут добирался. А, тут чекпоинт. Это мило, блядь, с вашей стороны. А, слушай, да мы с ним вообще одно лицо, я смотрю. С начальником. Ты, наверное... А, нет, у меня борода еще есть. А, ты все-таки выбрал. А у меня там ничего не загорелось, у меня пустые окна были. Я не знаю, кто я. Я очень страшная женщина в итоге, блядь. Я не знаю, ее только, блядь, не знаю, отец-герой может ебать. Да тут не менее страшно. Слушай, тут такие, блядь, вот эта миссия, тут, блядь, волны, ветер, блядь, и от всего от этого меня спасает могучая палка, блядь. Не могучая палка Хендрикса, блядь, а такая магическая, блядь. Своя. Ты ее в землю втыкаешь, блядь, типа ветер дуть перестает, блядь. Блять, граната. Надо было по-другому сделать. Дует ветер, блядь, сильный, чтоб тебя не сдуло. Джимми вдыкает тебе в палку, блядь, правильную. Ты за нее держишься двумя руками, блядь. Слушай, вот это прикольная способность, очень тебе советую взять, вот это магическое, ну, умение, короче, взрывать бочки силой мысли. Ну, чтобы не выстрелом взрывать. Выстрелом взрывать это попса. Выруби, какого ублюдка, правильно? Это сидит. Мне очень нравится, выруби этого ублюдка, а сам сидит за ухом. Да, 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 да. Ну у тебя же крутая пушка, у него-то нет, нихуя типа. Попробуй там залезть в кузов грузовику и из автомата его расстрелять, из пулемета на крыше. Мне тут уже в жопу залезли раз 20, блядь. Иди им на военкомате расскажешь, блядь, когда позовут, блядь. Ай, блядь. Так, второй раз прикинь, туда, на вот. Медкомиссии мне в жопу раз, залезли раз 20. Негоден. Я не могу служить. Не, ну а чё, таких-то туда не берут. Да хуй его знает, блядь. Там в комиссии одни такие, по-моему, и сидят, блядь. Чё бы им таких же не набрать? Ну так им же надо оставить поближе к себе. А так отправят и чё? И всё, контакт. Интересно, а как они проверяют? История об этом умалчивает. Не, ну они же там, ну очко-то хоть должны посмотреть, а то мне кажется, там пиздоболить можно, блять, кто угодно. В армию не захочешь, может, не то спиздишь. Придешь накрашенный. Может, оставят там, не знаю, мужика поцеловать. Да, и какого, блядь? Другого такого же, что? Может, измеряют либидо, там показывайте какие-нибудь фотки, блядь, питерские. Это возможно? Теоретически-то, блядь. Да, спалюсь. Да ёб, что там за Супермен, блядь, на крышу залез? Чуваки, кто от армии по голубизне косил? Напишите, как они проверяют? Может, на слово верят? Там бессмертный какой-то чувак бегает. Да, он бегает бессмертный, убивается, блядь, пиздец. Чем он убивается? Рукопашная атака из двух ударов. А, вот пидорас. Блядь, я ебал такие чекпоинты, нахуй. Еще в обучении бы меня загрузили, блядь. То есть я правильно понимаю логику, что из пушки я его снять не могу? Из своей не можешь. Но ударив его пару раз по башке, я смогу его убить. Со мной произошло именно так. Это гениально, блядь. Сука, я не знаю. Я преклоняюсь перед разработчиком. А, ты на тройку не забывай включать режим тактический. Да, периодически сам. Он чем-то типа помогает. В бою с бессмертными, блядь, ботами. Бессмертный пидорас. Ну я на нем три раза сдох на этом. Уважаемом, блядь, человек. Хорошо, хоть не зомби пидорас. Да, блядь, Хендрикс, ты мешаешь стрелять. Кстати, у меня Хендрикс в лице поменялся. По-моему. Может он там. А-а-а! Походу дело пластическое. Подожди, Хендрикс же руки, ноги не терял, а из него один хуй робота сделали. Вот он доброволец, что был-то. Ай, блядь, ебут. Он же тоже робот, да, сейчас наполовину. Не знаю, я что-то честно говоря. Да, да, он не у него руки. Руки робота у него. Он добровольно отпилил себе. Говорит, не хочу больше получать удовольствие от чухания яиц, отрежьте мне руки. Ну и что, ты сдохнешь, падла? Ура, я его убил. Почему сдох? С одного выстрела. Ой, фу. Удара? А, да, я два раза. Но у меня удар слабже, я ж бабы играю.
А. Подожди, что надо сделать? Терминал. Прокачивай мышечную массу. F, чтобы использовать. Что использовать? Турель, нахуя нам не нужна? Постреляй из нее. Звук такой просто. Ласкает слух. Удерживайте F, чтобы выпустить якорь. Ты на нижнюю. Star Wars Battlefront. Вот, якорь, вот этот, это вообще, бля. Как залезть-то, блядь? Куда его выпустить? В какое место? Ебать! В землю втыкать, ебать! Куда? Воткнул куда-то. И хули. В Туле, ёптать. Ветер, видишь, тебя перестал сдувать. Ага. О, хоть что-то неизменно, блядь. Врываешься в комнату, сломушь. Предупреждение, внимание, сильный ветер, сука, мать. Как ты бурно реагируешь? Слышишь, нихуя себе, меня ветром вместе с кораблем железным подняло, блядь. Нихуя тут крушение Титаник. А, это волна. Какая трансформация, чего? Блядь, вода течет прямо сквозь корабль. Я ебу, какая, блядь, оптимизация в этой игре. А, кстати, заметил, что не лагает теперь? Да. Вот на этом уровне не лагает, хотя а спецэффекты, сука, появились. Блять, да ты дай мне перепрыгнуть, а мудрынга. Бля, Кристоферу Нолану смешно смотреть на это дерьмо. Я просто... Он не смотрит. Ой, блядь, интересно. Я не понял, как ее не размазало, блядь, по стенам сейчас? Пиздец. А, не надо было их агрить, что ли, ничего? О, подводная миссия. Вот это круто. О. То есть эта игра еще способна удивить, да? Ну да. Это ж колда. Тут всегда, блядь, только удивляйся. Хуй знает, что она придумает за следующим поворотом. Ну, ура. Может, Хендрикса убьют наконец, он заебал. О, можно даже пушку поменять, хуять можно. Не, ну она, знаешь, поначалу, вот если продраться через вот тот пролог и... Блять, это ебаное прохождение. Фу, какое прохождение, господи, уже заговариваюсь. Как оно называется? Через это обучение продраться? Подсвечиваю цели. То, в принципе, дальше вроде как, ну так, более-менее. Да это, блять, иллюзия, на самом деле, полная, блять. Та же самая хуйня идет, блядь. Блядь, ну надо еще охерительно вообще сделали, что надо и отстреливаться от врагов, и прятаться от их выстрелов, и еще успевать этот ебаный якорь выбить. Видишь, а ты говоришь, нормально, блядь, стало. Да говно. Блядь, меня убили через машину, блядь. Меня тоже тут убили. Как они ее прострелили? Ты какой набор способностей взял хотя бы, блядь, нормально? Там какая-то голова изображена. Сенсорно ослепляет врагов? Да. Пиздец, ты тоже с этим говном ебешься? Ай, мать! Да какого ж хуя ты? Пиздец. Блять, там пулемет стоит, ебаный в рот. Пулемет по звуку чисто лазерный, походу. В каком месте он там стоит, интересно? Охуенно, на площади прям, блядь. Ебать. Еще это сраная на площади. Я вижу наверху. Так, блять, и здесь есть пыльная волна. Да пиздец, слышишь, я ебал, как тут пройти-то, блять, ты говнище. Ты все там около машины волны? Да какой нахуй волны? Я уже под водой проплыл, корабль уже, блять, разбился тут. Ты уже хуй знает, что произошло. Сейчас в Нарнию, может, улечу, блять. Я подумываю. Для начала шкаф надо найти. Блять, ну кто догадался вообще? Какую-то магическую страну попадать через шкаф. Это ж идет. А чё, нет, это ж детская хуйня. Дети же в шкафах лазят. Все равно. Чтоб детям было проще играть. Залез бабкин в шкаф, блять, оделся в бабушкины шмотки, хуяк ты в Нарнии. Цель поражена! Я столько не выпивал еще никогда. Ну, блять, мы про детей в чем-то. Выпивал. Блять, да шо ж за хуйня? О, наконец-то ебать, я продрался. Нихера приложил. Сзади. Блять, ну пиздец. Приложи. Заходишь в комнату, в здание. Раз, два, три, четыре, 15 врагов, блять, сразу на тебя наваливаются, блядь. Блять. Не, мне очень не нравится, как здесь раскидывать чекпоинты. Но реально, после вот того, как ты какую-то волну врагов завалил, надо вешать.
Но здесь регенерация ХП же есть, поэтому. Так оно тут вообще не знаю. Да. Надо в санаторий уехать, блять, отдохнуть, чтобы они восстановились. У ублюдков есть щиты, бросая осколочные гранаты. Джимми, у меня их нет. А, Хенрик. Как его зовут, блядь? Не нужно его по фамилии звать. Так у них это нормально. Хуй им в рот, блядь. У америкосов это нормально. Малдер, Скалли там все дела. Ну да, у них-то фамилии хули. Был бы Иванов, Иванов и Петрова, блядь, хуй бы они друг друга по фамилии звали, блядь. Так, пулеметчик это я трахнул, а дальше что? Блять, я все забываю нажать эту тройку хренову, которая сама слетает. Блять, я ебал. Ну как тут играть без гранат? Ебаный в рот, блять. А че, гранат нет? Нету. Блять, чекпоинт еще в пизде. А, и чуть гранаты дали зато. Хуен. Бля. А, нихуя себе! Да пошла на нахуй, все, я дальше не пойду. Я ебу, вот это чекпоинт, блять. Ну просто пиздец. Это три вот. Три волны людей убиваешь, и никакого чекпоинта, блять. Это вот здесь, после. Это когда из подвала выходишь к магазину какому-то ебану. А, к зданию полиции. Ты еще не прошел волну, под водой проплыл? Нет, еще. Блять, вот проплыви. Блять, этот Хендрикс говорит, тихо, сейчас я их поджарю. Он подкрадывается к ним и начинает, блять, ебучую перестрелку, блять. Он ничего не делает, дебил. Здесь какое-то, короче, здание такое полуразрушенное, еще стоит автомобиль с пулеметом. Да, 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 да. И роботы на входе, да? Ну там не робот, там люди, по-моему, были. Но ты под водой-то не плавал еще же? Нет еще. Так как ты тогда, блядь, где-то в жопе, значит? Ну, потом посмотрю. Идем на первый этаж. Враги сверху и снизу. Я вижу, что они, блядь, ты мог бы крикнуть повсюду, блядь. Не уточнять, блядь, что они сверху, снизу, в жопе, блядь. Еще где-то там. Они заполоняют. И самый прикол, что пол смерти здесь везде, он везде красный. Ты прикинь, что сейчас сделал Хендрик. Он меня прикрыл. Да ладно. У меня он только мандавошек выпускает мега полезных. Ко мне подбежал какой-то хрен сзади, а этот просто взял и снял его. Одним выстрелом. Я ж офигел. Ублюдков есть щиты. О, ублюдков есть щиты. Блять, только не сдохни. Какое преимущество, какое. Я сдох опять, все. Я ебал. Пошла ты нахуй, блять. Колда, иди в пиздень, блять, дерьма кусок. Блять, твою мамку делал. Просто конченая хуета, блять. Вообще, причем нон-стоп, знаешь, как будто что уровень поменялся, вообще это не похоже, блять. Что было мясо ебаное, куча людей и роботов, что, блядь, дальше мясо ебаное, куча людей и роботов, нихуя ничего не меняется. Так их просто, причем волнами на тебя. Да, 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 не кучами, пачками, ничего. Пачками. Я уже обрадовался бы, если бы стелс какой-то был. Но стелса нет, блядь. Собираюсь поджарить их светлячками. За стелсом. Поджарить их светлячками собирается. Хардлайн. Блядь, да хардлайн это интереснее, чем это говно, блядь. Он не лагал, он, блядь, был красиво нарисован, блядь, линейный, коридорный, нормальный хардлайн. Сюжет, блядь, все есть, что надо еще. Да и как шутанчик-то, в общем-то, ничего так. Блядь. Хуй знает, как он как шутанчик, блядь, но вот это, блядь, это полный пиздец. Не, ну это... Это такое днище, блядь, за 5000 рублей цифровое издание. 5000 рублей, ты врубаешься? 5000 рубасов, блядь. 5000 рублей это консольная. Ну, консольная, да. Ну, на консоли все 5000 рублей, в принципе, хуй с ним. Ладно, сколько на ПК? 2,5 косаря, да? 2,790. 2,790, это, блядь, ровно, да, пошла она. Ровно на 790 дороже, чем Fallout, блядь. Это Fallout. Я где-то в группе же написал, что я прям представляю себе эту картину, как там сынок подходит к папе. Пап, дай 5000 на игру. И вот и так, бум, блядь. Ну, на плоечке, если что. Ну, на плойке, да. Хотя я не знаю, я не представляю того человека, который будет ебашиться в сетевую. Не, ну здесь сетевое прохождение. Я в комментах читал, что сетевое прохождение. Ну, да, ты оператив. Написали, там что... Уже, это... Там уже Антошка записал его даже. Логвинов-то? Ну, да. А с кем он прошел? Да, с... ну там со своим каким-то Асаном. А, они назад еще гранаты выбрасывают, заебись. Чего взломать-то? Так я же около него был, нихера не было написано. Что... Powering Chutter. Во, вот теперь я на корабле. О.
Делаешь успехи, юный падаван. Так, это... Чё? Куда идем? Куда идем? Мы с пятачком. На пролом идти. О, Хендрикс кинул гранату, которая всех убила. Блять, чё ж ты раньше-то этого не делал, уёбок? Приготовиться, и чё? Мы приготовились, стандартная фишка Call of Duty, когда замедляется время при вырывании в комнату. Слушай, мне кажется, тут люди в экзоскелетах ходят, чисто сталкач. Блять. Эти, как их, монолитовцы, да? Ну, да. Бля, если им делать нехуя, они бы в натуре сталкер выкупили, ебашили бы сталкер свой. Фантазировали там, блядь, на тему, блядь. Не надо сталкера каждый год, это совсем пиздец будет. Ну, лучше, чем 10 лет ждать, и бесперспективно, да. Ну, уже 8 лет. Бессмертный. Не, ну хотя после Зова Припяти-то прошло меньше. Он там в 2009 выходил. Все равно 6 лет. Какого ж хуя звуки такие, ёптать. О, мы даже бессмертного убили, охуеть можно. Вышел робот, в одной руке щит, в другой пулемет. Вышел робот из тумана. Вышла, блядь, моя сестра-близнец. Ты чё, другого персонажа создать не могла, овца? О, нет, вот окей. Теперь под водой плыву. Чуешь, насколько я отстаю? А, это Мэтт Леблан. Мы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Солдаты П-54 спешат, говорит, блядь, узнать, в чем дело. Я Хендрикса чуть в очко не приплыл. За мной. Неужели он настолько секси? Блять, на тут вовремя остановиться не получается. И втыкать. Ну да, слово за слово, согласен. Блокировано. Так, все, из этой помойки я выплыл. Чего? Выберите комплект. Блять, меня мой комплект оружия вполне устраивает. Есть. Я уже боюсь что-то менять. Я уже на прошлом уровне что-то поменял, какую-то хуйню мне дали. Да, оружие здесь просто пиздец, в натуре. Одно хуже другого. О, а вот и роботы, ты про них, наверное, да? На входе в здание, да? Да, и опять. И толпы. Готовься. Они будут рвать твою жопу сейчас. Ой, блядь, да, тут уже граната вон прилетела. Я просто сейчас послушаю, как ты это пройдешь, а потом уже можно будет закончить нахуй. Если я это пройду. Я что-то не понял, они вроде кинули гранату, но она и не долетела, и не взорвалась вообще. Да. Что с ней было? Утонула, ёпта. О, повешенные люди, в которых... Которые, блядь, на выстрелы никак, ничего, не дрыгаются даже. Не по физике летят. Висят. Кстати, пока я там хуи пинал, тут Хендрикс всех завалил. Мы на подходе к станции. Ну, это на входе, да, он там тащит. Хорошо защищена. Они и сверху, и снизу, и вообще. О-о-о, началось. И пруты. О, в колхозе утро, видишь? Да ну, нахуй, я обратно. Опять волна, чуешь, да? Здесь можно... Да, тут можно. А, это робот. Да ебать ты вовремя перезаряжаться, ну мудак, блядь. Да я ебу просто, блядь, тебя в чресло, нахуй. Ёб твою мать, блядь. Чё ж такое-то, блядь? Меня чё, свои убили, блядь? Хорошо. Кто сзади-то стрелял? Пидорасы, сэр. Пиздец, блядь, игра, ёб твою мать. А, тут, кстати, можно запрыгнуть наверх. Да ну нахуй тебя, блядь, а? И попытаться обойти их с фланга. А, обошел охуенно, блядь. С хуянга, слышишь, там на пролом только, блядь. Пизду. Да, блядь, чё я вышел из здания-то? Как я снаружи оказался? Нате вам гранатку, ребят. Да ты перезарядишь это дерьмо когда-нибудь, блядь, сегодня, блядь. Сегодня, да. Кто стреляет? Ёб твою мать. Вот сука, блядь. Блин. Слушай, а врубись, если бы Терминатор, эта игра по Терминатору была с Т-800, блядь. А? Тогда бы это было бы, да. Это была бы тема. Ну, вот такой так Терминатор. Может быть, тогда в это играть хотел бы? Да, тогда бы. Это была бы другая песня. Но если... Я все время, блядь, вспоминаю, что это Call of Duty, блядь. Все желание сразу. О, хоть можно робота на выходе расстрелять. Не, ну роботы разлетаются классно, вот, блядь. Если забыть про то, что роботам в этой игре вообще не место, блядь. Разлетаются, не заебись. Сюда надо, знаешь, в заставку ставить песню, это самое, Сектора Газа. Про желание играть. У них такая песня была?
Нет, у них была песня «Импотент». Я просто... Геймерская импотенция на это. Я геймпад болтаю, я его ласкаю. Но он меня... У чёрной станции. Она всякий шут бессмертными. Шлю тебе новое место сбора. Самые стрёмные мобы — это бессмертные здесь. Закончили. Ну что, ты прошел? Ну, я где-то тут нахожусь. Что, ты там не сдохнешь, что ли, ни разу? Не у ублюдков есть подкрепление. Охуенно, ты бы еще позже об этом крикнул, мудак, когда нас бы убили уже. Блядь, ты в поезде сдох 20 раз, а там ни разу еще не помер? А нет. Да как так-то? Да хрен знает. Ты меня не расстраивай, блядь. Это пальма первенства отниму. Да хуй, я один хрен впереди на 25 километров, блядь. Ну я куда-то все дальше, каким-то коридором пошел. Блять, уже мышку пришлось подключить, она села. Блять, с щитами какие-то пидорасы. Во-во-во, началось. Ну нахуй. А чё, куда идти-то здесь? А. Я назад, а хули? И чё с ними? Засос целоваться? А, можно их, кстати, с этими. Рукопашкой. Ага. Ебенить. У меня столько рукопашки не было. А можно по ногам стрелять, и они так открываются хорошо. Да как, блядь, что делать-то надо? Они еще по ногам стрелять. Хватают, да, все, нет, что могут, пока их не носят. А, ты о своем? Не, бля, это твоем. За тебя переживаю, сижу, блядь. Ты ёпта. Ударим раньше, чем это сделает шторм. Убил. Я его. Пиздец. Вот и монстр, играть научился. Фу, спасибо, Хендрикс, ёпта. Блядь. Да они тут просто повсюду, я не знаю. Вот я, блядь... Пробегаешь по комнате, вроде никого нету. Смотришь, сзади уже подкрадываешь. А вот если сдохнешь, начнешь перед зданием, блядь, перед этим. А, видите. Я постараюсь не сдохнуть. У меня нихуя это не получится, но я постараюсь. О, ролик какой-то пошел. Вот сволочь, блядь. Первый раз, что ли, прошел? Ой, блядь, тут с щитом да бессмертный, вы что, охуели? Его сейчас в катсценке убьют, не бзди. А что-то опугали так. У него маска, кстати. Блять, сколько тут народ, ёпту, это что, рекорд, блять, этой игры? А и всех можно разом ослепить, да? А если бы мандавошки были, то всех можно было бы разом сжечь, получается. Причем его уложила баба. Да. Из снайперки, в упор. Да, да. Гениально. Вот как его убивать надо, получается. Из снайперки в упор. И сзади, главное, подходить. О, блядь. Я думаю, нашему правительству следует запретить эту игру. Здесь не только враги, но и главные герои подкрадываются сзади. Сука. Ой, знаешь, сколько в Бэтмене надо на танке сзади подкрадываться, блядь? На машине к танкам, вернее. Ну да, просто с линии огня. Кто там целится, блядь? А, это наша баба, я прячусь от ее прицела ебучего. А, вот и бессмертный опять очередной. Пиздец. Опять. Пиздорванец, блядь, ебаный. Я хрен его знаю. Вот я его рукопашную уделываю какими-то электроударами. Да, три удара и готов. Охуенный бессмертный, блядь. Мне кажется, просто наше оружие дерьмо, блядь, ссаное. Куда он так прыгнул? Хорошо, мне куда, вниз, что ли? Ёпта! Мы видим черную станцию. Кто такой Кейн, блядь? Кейн — это баба вот эта. Моя? Да. А, снайперша? Твоя, но я не знаю, что твоя, но не твоя. А, вижу, да. А как меня зовут в этой игре? Нонейм, блядь. Как в этом сам, в готике? Светлана Валентиновна. Что за хрень тут побывала? Во второй готике, если она не вырезана, в конце же говорят, как звали главного героя. Возможно, да? Ну такая всю игру ты ходишь безымянным. Ну да. Тогда двери а у меня была еще и пиратка, у меня вырезана концовка была, я так 8 раз прошел вторую часть без концовки. Да, по-моему, кстати, в Ризане то же самое, это там безымянный герой или нет? Ну это же классика. Но не в последнем Ризане. Последний я не играл. Да ты что, я прошел. Я даже что-то записывал, выкладывал. Я первый и второй прошел. Я маму делал это, этих студию, эту пираний, блядь, тупорылых. Как можно было всю забасрать, блядь. Когда-то делали одни из лучших РПГшек и засрали все. Что-то впереди. Russian style. Ну. Да, короче, пиздец тут, нахуй, просто ходьба.
Что-то впереди, да. Толпа уебищных людей впереди, которых можно убить. Да? Не знаю, мне кажется, вау. Что... Блять. Прикольно. Я вот сейчас вспоминаю этот был, который просто все обосрали эту игру. Call of Duty Ghosts. А, я не играл. Там, где собака, там вот это все. Собака? Ну, овчарку там все в роликах показывали. Типа твоя напарник, там напарник, что там собака. Ну что с ней стало, убили. Вот. Короче, засрали эту игру по полной программе, но мне кажется, даже она, блядь, была интереснее, чем вот эта. Там какие-то ситуации хоть разные возникали. А здесь, блядь, она одна и та же ситуация. Да, я думаю, Тетрис был интереснее, чем вот это. Ты заходишь, до тебя сверху, там, или сзади, или спереди, или вообще сразу отовсюду набрасывают кучу мобов. И вали их, что. Достаточно постучать. Да, тут просто все однообразно, блядь. Это робот прилег, так хорошо. Да, игра полная днище, блядь. Я ебу просто. А зачем герой роботу... Подожди, сюжетный поворот, сюжетный поворот. О, нихуя, им глаза вырвали. Вот это круто. И носы отгрызли. Выключи это дерьмо. Что случилось-то? Это кому там? Что за херня? Люди тут. Запуская поиск. А, я думал, главным героем. Носы пооткусывали, моргал, выкрыл, мне пасть порвали. Его применял Цзясюн. Головорез бессмертных, это такой страшный способ. Головорез бессмертный всех тут казнил. Совершается, пока они живы. Твою мать, дома разваливаются. Совершается, пока они живы. Блять, было бы странно, если бы это совершалось после смерти. Хреново. Ну да. После смерти это нахрен не надо. Да. Нагнетание ситуации не удалось. Я даже помню, что в Хейла, блядь, который 2003 года выпуска, по-моему, последний Хейла, да? Там и то было такое нагнетание, что идешь там, знаешь, находишь трупы солдат, потом подбираешь шлем с видеозаписью, смотришь там, что там с ними было, блядь. Ну там, то есть тебя пугает, что сейчас что-то будет. Такой пиздец. Ну, правда, там маленькие мандавушки в итоге на всех нападали, но хотя бы нагнетали. Здесь-то этого вообще нету. Они пришли, нашли изуродные тела, говорят, а хуйня, это полная, это тут головорез. Основная один, короче, охуевший. Так, ну еще и в этом здании. И братьев с сестрами. Давай заберем наши данные и отомстим. Какие-то канаты, ну, по идее, по ним надо вперед. Двери взорвали изнутри. Ну что, будешь игрульку проходить-то? Да, безусловно. На канал писать будем. Без базара надо писануть. Использовать трос. Чем? Еще мог быть... А, так. Ты еще там последняя только? Операция на этой станции. Блин, вот с каких пор появилась эта мода делать... Кнопочку напишут F, и обязательно вот заполняется вокруг. Да, да, да. Подержать такая. Думаешь, они причастны к этим убийствам? Модикус. Держать. Мне... Я кнопки не люблю держать. Мне бы что другое. А, ну чё, надо, наверное, закруглять эту хуйню, а то там 3 часа уже, наверное, блядь, понаписано, ебать. Я рендерить заебусь это все. Двумя. В общем, да, это для всех тех, кто хотел, чтобы я прошел подальше. Просто это было бы охуенно. А я так на компанию. Да, это было бы охуенно скучно делать одному, потому что, блядь, игра, ну просто, она не предназначена для того, чтобы в нее погрузиться. Блядь, в нее невозможно погрузиться, потому что не... это все равно, что нырять, блядь, с вышки в бассейн, где воды, блядь, по колено, понимаете? Погружение, блядь, воткнуться можно, блядь, уебаться головой, нахуй, все, блядь. Какой, блядь, не вникнуть вообще в этот кал, который происходит здесь, волна за волной. Ты, блядь, знаешь, помнишь, такие раньше игрульки были, где прицелом там на Сеге управляешь по экрану джойстиком, прицелом ползаешь. Да. Вот, и враги выбивают, и ты пиу-пиу, блядь. Вот это, блядь, на том же уровне только бегать можно теперь, блядь. Просто... Световым пистолетом еще в экран целился. Ну это уже, блядь, это супер нахуй. А на Сеге-то не было пистолета, там джойстичек. Как на Денди был. На Денди был, да, там уточки, ковбои. Я страшно читовал, я в упор к телевизору подходил и ебашал их. Ой, бля, пиздец. Но, по-моему, даже это было интереснее, чем... Да даже Рэмбо, просто, блядь. Просто волны отстреливать, и больше ничего не происходит. Рэмбо прошлого года не видел игру? Там мышкой как раз по экрану ползаешь, а Рэмбо ходит сам. Это и то было круче. Нет, ну нет, это было говно, конечно. Полное, причем, блядь. Но по сравнению с этой...
игрой. Нет, ну, блядь, просто если сравнивать, ну, какой шутер выходил? Hardline, да, перед этим? Получается, Hardline основной конкурент сейчас вот этой, вот этого вот, блядь, ну, Hardline-то я прошел, там, блядь, да, тоже игра не самая сильная, но там на машине можно поездить. Там, в принципе, блядь, миссия в коттедже была интересная, посмотреть на этот охуенный коттедж. А здесь что-то интересного, блядь, роботы. Ну, роботы классно разбегаются. И по стенам можно бегать, хоть и не приходится. Ты сейчас бегал по стенам? Там, где вот по сюжету. Да, в начале, блядь. А и все, и нахуй, это ненужная функция. Я способностями даже не пользовался практически ни разу. Да потому что они уебанские, блядь. Открою тебе тайну. Они говно, блядь, здесь эти способности. А, я понял, почему я на поезде столько раз подох. Я способности не пользовал. Наверное. Там Эми удар-то пользовал с прыжка, когда? Ну, с прыжка, да. Но это опять же, по сюжету. Там других и не было способностей, она одна там была. Я костюм открыл, кстати. Ну что, хочешь что-нибудь добавить? Понятно. No comments. Только сдуться можно. Ой, все, короче, если кто-нибудь досмотрел эту хуйдристику, можете что-нибудь нажать, что-нибудь написать. Не дизлайкайте меня, пожалуйста, это все он. Мне, кстати, ни одного дизлайка не любили, блядь, зачем я это сказал? Да ладно, я... Так, фуру дизлайков заказывали. Ссылка под видео, заходите, хуярьте. Разгружайте там. Если накопилось, да. Да, если накипело. Негативных эмоций. Все, адьё, чуваки, нахрен. Да. Всем пока.